Итак, сегодня речь пойдет на необычную тему. Это случалось с каждым из нас, и это главная проблема многих людей. Сочувствую им. Недавно я посмотрел видео «Что делать, если ты обосрался?» Случайно. Я решил записать аналогичное видео. Що робити, якщо ти обосрался? Или на английском «What you should do if you piss?» Или на белорусском «Что робить, скали ты обоссался?» Или на немецком «What you do next when they pissing?» Перейдем к теме. Обоссание делится на две части. Чуть-чуть и дофига. В случае с чуть-чуть вам следует уйти в безлюдное место. Или в туалет. И проверить, насколько сильно у вас там это. Ну вы поняли. Если там мало, значит вы можете продолжать заниматься делами. Если у вас больше, то вам лучше что-нибудь подложить туда. Салфеточку или какую-нибудь тряпочку. Если вы в очень людном месте, в толпе, например, это сыграет вам на руку. В толпе мало кто видит ваши... Вы поняли. А вот в случае с нафига вам будет сложно. Если вы обоссались и это видно со стороны, бегите как можно дальше в безлюдное место или домой. Толпа вас не выручит. Такой случай в толпе будет выглядеть так. Сначала кто-то один увидит это и закричит, что ты описывался. Ну или просто будет привлекать внимание других. В итоге получится так, что вы окажетесь в центре внимания. В таком случае, чтобы избавиться от стыда, вам придется прибегнуть к проверенному способу. Вам ничего не останется, кроме как спрыгнуть с крыши девятиэтажного здания. На этой ноте я закончу. Пока меня не заблокировали на YouTube, я скажу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И пока.